Здравствуйте, меня зовут Лилия. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я хочу вам показать мастер-класс по декорированию деревянных игрушек. За основу мы возьмем фанерную заготовку. Задекорируем искусственными цветами и распишем декоративной контурной пастой, состав которой я показала вам в прошлом видео. Ну что ж, давайте уже начнем. Приятного просмотра! Нам понадобится фанерная заготовка, покрытая грунтовкой или морилкой, готовая декоративная паста, искусственные цветы, клей-титан или клей-пистолет. К заготовке сначала я приложила цветочки и определила то расположение, которое мне нравится. Далее на это место я нанесла клей-титан и закрепила цветы. Теперь мне необходимо нанести готовую контурную пасту. Смотрите, как ее сделать в предыдущем видео. Рисую вензеля, капли, ставлю точки, как моей душе угодно. Оставляю засыхать на 24 часа. То же самое я выполняю и со второй заготовкой. В этих заготовках есть отверстия. Туда можно ставить ленточку и подвесить игрушки, например, на елку. Я уверена, что у каждой из вас получилась очень красивая деревянная игрушка. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если это действительно так, то, пожалуйста, напишите мне комментарий, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, а также заходите ко мне в гости в Инстаграм и ВКонтакте. Ссылки оставлю под видео в описании. До скорых встреч!